Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. 100 долларов. Так, отлично. Почти 500 бакинских у нас с тобой уже накопилось. Так, зайдем быстренько в магазин и откроем бесплатно колоду. Задания, друзья мои, я все выполнил. Так что мы с тобой идем смело на арену. А после арены пойдем делать испытания. И у нас будет сцены насилия. Да-да, именно они. Ну-ка, давай-ка глянем, где мы с тобой. Да что такое-то, я не могу даже ничего сделать. Так, секунду, в магазин заглянем. Так, здесь нам ничего не нужно. Жетонов у нас маловато. Этого тоже маловато. Будем копить, стараться, стремиться. Ну, а начнем мы с тобой, конечно же, с арены. Так, Лига Сёгунов, 2 звезды, ранг 19. 2 звезды, ранг 19. А, ну это Сёгуны. Чё-то я поплыл с мастерами. Ну что, определимся давай. Я думаю, начнем, наверное, с Алекса. И он, наверное, об этом очень сильно пожалеет. Так, я смотрю, здесь максимальный уровень 62, друзья. Поэтому никто не будет против, если я буду начинать 45-х и 47-е и 48-е. Да, я надеюсь, что Леонардо здесь все-таки сможет их всех ушатать. Хотя маленькая доля сомнения все-таки закралась в меня. Ну, проверим. Наверное, Донателло выживет, да? 2 Донателло. А вот это плохо, друзья мои. Они 60-го уровня. Слушай, ну если я, например, сделаю Нафис-атаку, это как-то мне поможет? Ну-ка, бомби. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди-ка, а Леонардо у нас красавчик, верно? Но вот этот будет опаснее, согласись. Поэтому вжариваем. Шик и блеск. Нет, только не массовая так. А, вот он что делает. Ребятушки, ну все. Он, по-моему, спекся. Я ведь прав? Да какого лешего? Ты че, а, Дони? Припух, что ли, совсем, а? Правильно, Леонардо, давно с ним надо было так разобраться. Ну что, друзья мои, я думаю, сегодня мы с тобой попадем в Лигу Мастеров. Да-да, хотелось бы до 2 звезд добраться. Это было бы, кстати, прикольно. Сегодня что у нас? Вторник, да? Ну, видосик уже выйдет в среду, потому что в данный момент я снимаю после работы. С работы я прихожу в 10 часов вечера. То есть делай выводы. Делай выводы, дружок, что я сейчас снимаю, потом рендериться будет. И да, только лишь перед работой я выложу. А на работу я ухожу в 6 утра. Ну что, как ты думаешь, вот этой командой мы с тобой справимся? Вот с... Так, тут Хан. Ребята, стоп. Тут у нас Хан. Его надо быстро, как говорится, приструнить. А кто у нас быстро может приструнить? Конечно же, Зек. Нет, ну, я знаю, что у Майки, по-моему, покруче будет. По инициативе, да? Но Зек, не забывай, как раз снимает всю инициативу. То есть замедляет наших врагов. Давай проверим, получится ли у нас. Фух. Да, вертушечку с тобой на дорожку запендрим. И все. И все, что я хотел, то и получил. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И будет у нас где-то, наверное, 85-я позиция. Да? 79-я, даже лучше, чем я ожидал. Ну что, неплохо мы с тобой набрали темп. Тут у нас есть Джастин. Такой вот паренек. И, в принципе, неплохо у него кубков. Будем сегодня играть чисто Леонардо. Ну, я имею в виду Леонардо, и брать к нему наших довольно слабых персонажей. Кто-то в комментарии написал: Рэй, прокачивай 30-х. Надо бы как-то этим заняться, друзья мои. Ну, как их прокачать? Опять же говорю, все дело в мутагене. Кстати, друзья мои, пока мы тут с вами воюем, хочу сказать, на втором канале, да, я прошел игру Gears Tactics. Все знали, да, что я играл в нее. И понимаешь, что там получилось. Я, как всегда, забыл посмотреть, сколько места у меня на жестком диске. А его оказалось мало. И у меня записалось лишь 40 минут видео. Остальные полтора часа нет. Поэтому, если кто зайдет и будет смотреть, первую фазу мы пройдем на боссе. А второй и третий, к сожалению, нет. Я даже не могу переиграть
миссию, потому что там, ребята, всего лишь одно сохранение. То есть я прошел игру, меня перевели на ветеранский режим, и все. А ведь ветеранский режим дает просто дополнительные шмотки. То есть там ничего нового нету. И мне никак не вернуться, ребят, понимаете? Вот обидно, когда я хотел его заливать, делать, а оказывается всего лишь 45 минут. Мне даже пришлось конечные заставки этой игры брать у других людей. Понимаешь, да? Потому что свои я уже просто профукал. И не вернуть этого обратно. Так что, ребятушки, не удивляйтесь, если что. И надеюсь на ваше понимание. Ну, что могу тебе сказать про босса последнего там? Долгий, нудный. Но больше все-таки, как говорится, неприятностей делал мне не сам босс, а его, ребята, армия. Он постоянно вызывал армию. Там такие будут, типа, ворот. По-моему, их 3 штуки. И из каждых ворот выходили там эти тикеры. Потом кто там у нас еще? Бумеры. В общем, кого там только не было. Зелоты. И вот с ними приходилось драться, ребята. Даже я тебе скажу больше. У меня первое мое прохождение не получилось. У меня убили там Гейба. Мне пришлось начинать с чекпоинта. И уже после чекпоинта, ребята, там тоже могли завалить одного персонажа. Но я уже пошел ва-банк и начал бомбить именно босса. И только благодаря этому я прошел. А если бы я начал опять отвлекаться на армию, у меня бы ничего не получилось. Но, к сожалению, вы этого не увидите. Вы увидите только первую фазу. Первую фазу босса. Так, ладно, это я вкратце, да? Нашел, где объяснить про игру со второго канала. Молодец, красавчик Рэй, так держать. Ну, я просто на самом деле знаю, что многие ребята смотрят видосики там тоже. А здесь-то как бы у нас мобильные игры, а там все-таки игры на ПК. Так, ну давай добьем с тобой уже этого кабана. Отлично, отлично, ребятушки. И двигаемся с вами дальше. Кстати, когда о чем-то разговариваешь, да, игра как-то проходит довольно быстрее, чем ты что-то тут сосредотачиваешься, морщишь лоб, там думаешь, шевелишь своими извилинами. А так... Знаешь, на изи идет все. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, возьмем с вами Евочку. Девочку. Так. Леонардо в откат. 14, ребята, откатиков у нас всего лишь осталось. Но я думаю, мне хватит. Хватит для того, чтобы я зашел в Лигу Мастеров. Я сегодня еще попробую снять, друзья мои, 200 дней зомби-апокалипсиса. Наконец-то я накопил нужное количество денег. Сегодня мы приобретем там с вами 3-й этаж. И посмотрим, какие бойцы нам будут доступны. Ну и, конечно же, будем выживать 10 дней. Так, ох, ёкалымана, ты тихо. Носорог, ты плешивый, а ты что ж делаешь-то такое? Ты чуть было мне не ушатал, а, Рафаэля? А в чем проблема, я не могу понять. Так, давай возьмем провокацию на всякий случай. Как это он так умудрился, а? Хм... Лео, в чем, извини меня, подвох? Почему ты его сразу не смог забомбить? Фу, это хорошо, что, ребята, никто не погиб у нас. Это очень хорошо, потому что каждый кубок здесь на вес золота у меня. Я хочу как можно быстрее, ребята, дойти до Лиги Мастеров в 3 звезды, взять топчик и заниматься уже другими играми. Потому что Черепашки-ниндзя, как ты заметил, у меня на моем канале занимает большую часть игр. Нету у меня столько игр и серий по играм, как по черепашкам. Даже не успеваю, хотел поиграть в этот... как он там называется-то? Minecraft Dungeon. Пройти, там же новые уровни появились. Не могу, ребята, потому что я знаю, что если я туда зайду, это как минимум на часа 2-2,5 будет одна серия. Немногим нравятся такие длинные, а некоторые пишут наоборот. Рэй, давай подлиннее, видишь, как бы... Разные у нас здесь люди. Кто-то усидчивый, кто-то наоборот желает. Знаешь, как вот начинает видос смотреть, потом бац, на самый назад. В конце видео посмотрел, чем там все закончилось, и все, доволен. А потом задает вопросы, а почему ты сделал так, а почему ты сделал вот так. Да потому что ты не посмотрел его с самого начала и до конца. Вот поэтому у тебя такие вопросы возникают. Так, ну что, ребятушки, 87-я позиция, и мы с тобой в Лиге Мастеров. Так, полдела у нас с тобой уже сделано.
Ну что, я возьму, наверное, здесь Роберта. Или Роберта, нет, Роберт, скорее всего. Или вообще Роберт. Так, ну здесь уже 65-й даже уровень есть. 65-й уровень. Здесь, кстати, не будем с тобой рисковать. Возьмем с тобой Змейка Вьюна для прикрытия. Хотя у нас тут очень-очень... Да все массовики, да? Да, абсолютно все массовики. Тут, так сказать, группа массового реагирования. Ну, ты тихо-тихо-тихо. Майки, успокойся, роднуля. На-ка, паутинку пожуй. Чпок, и готово. Да, друзья мои, тут, кстати, заходил в Steam. Некоторые новиночки вышли, не знаю, как мне за все браться. Я же хотел еще... Для чего я спешил пройти Gears Tactic? Чтобы начать проходить этот... Marvel, да? Avenger. А сегодня зашел, там еще три игры новые вышло. Да ё-моё. Когда их проходить, ума не приложу. Нет, это нужно сидеть сутками просто-напросто за монитором. Не работать, не есть, не пить. И клепать. Как бы мне просто самому интересно все это посмотреть, понимаешь? Но одно дело, когда ты играешь и все это комментируешь и озвучиваешь. А другое дело, когда ты в себя погружаешься по полной программе. Концентрируешься и играешь уже как бы не на публику, а чисто для себя. И почему-то вот, когда ты играешь чисто для себя, у тебя получается намного лучше. Понимаешь? Когда ты начинаешь играть на публику, начинаются какие-то косяки, что-то идет не так, как нужно. Вот смотри, например, здесь вот, вот здесь я просто закосячил. Почему так произошло опять? Неужели Лео не мог справиться? Ну чушь собачья, ну согласись, а? Ну как такое может быть? Да я не знаю, ребят. Кого мы с тобой сейчас потеряем? Да никого пока, слава богу. Ну-ка. Давай провокацию возьмем. Я не могу понять одного, почему у него на пряжке буква П. Он же вроде Тимати. А там у него П. А, пульверизатор. Нет, не то, ребята. Пульверизатор это у нас другой совсем. Если кто знает, почему у него на пряжке буква П, можешь мне написать в комментариях. Мне просто... Я смотрел серию про него, как они познакомились с ним, как он там просил, чтобы его приняли в свою команду, ну, к черепашкам именно. Ну, вот про буковку П, если он Тимати, там должна быть буковка Т, но никак не П. Так, ну что, тут, кстати, команда довольно неплохая, я тебе скажу. Вражеская, да? Ты заметил? Что-то Лео как-то у нас тут пасует. Хоба. И готово. Замечательно. Замечательно, мы с тобой идем. Все шансы есть, ребята. Все шансы есть абсолютно, чтобы мы с тобой пробились в Лигу Мастеров 2 звезды. Но опять же тебе повторю, что пробиться это полдела. А вот удержаться это уже совсем-совсем другая история. Ну что, у нас с тобой 40-я позиция. Нам еще нужно здесь как минимум с тобой продержаться 4 боя, где-то так примерно. Поэтому я иду ва-банк. Я, ребята, иду ва-банк. Я очень сильно сейчас рискую. Потому что, не дай боже, Усаги или Лео не добьют. Тут пойдет расколбас вот этих вот моих слабых персонажей. Так что... Скрестим пальчики и будем надеяться, что все у нас с тобой выйдет на изи. Так, не совсем хорошо получается, смотри, Боксер Стокман. Нет, молодцы. Лео и Усаги все-таки отработали, да? На 100%, отлично. Я, честно говоря, что думал, Боксер выживет и готовился уже к волне смертельной или к волне маузеров. Но забомбили, и это самое главное. Так, ну что, тут у нас не дадут 17-23? М? Не хотите, да? Пужанулись, ну я так и понял. А ведь я все равно дождусь. Во, 17-23. Давай, ребята, берем вот этих наших хлопцев. Возьмем Донателло и, наверное, сюда возьму Майки. И к этой команде я хочу взять кого-нибудь послабже. Крэнга. Ну, а почему бы нет? Возьмем Крэнга, хотя, ребята, слэш будет покруче. Но у слэша нет массовой атаки. У него есть она, есть, когда он делает вращение. Но
Она не прокачана, и наносить урон будет вообще минимальный. Вот, вот это я понимаю. Вот эти ребятушки сейчас, да, начнут тут веселуху по полной программе. Мне бы хотелось, чтобы Крэнк сделал добивающий удар, но, наверное, этого не получится, да? Да. Блин, он самый, мне кажется, это самый большой персонаж в игре. Больше него, по-моему, никого нету. Да? Получается так. Даже Супер Шреддер и то, по-моему, меньше в разы. Ну что, друзья мои, нам остается всего лишь один бой с вами сделать. И это будет Рэй. Надо же. Рэй против Рэя. Ну давай посмотрим, чей Рэй круче. Или отыграем еще, а? Давай, наверное, отыграем еще одну партийку. Как говорится, на дорожку. Кстати, вот здесь можно взять лучше Шреддера. Этот Шреддер очень, ребят, хорошо бафает. Плюс он может вызвать придурков этих, да? Бибоба и Рокстеди. Из другого измерения призывать. А ну-ка, Усаги, давай, родной. Не подведи, как ты любишь. Как ты можешь, так и делай. Смотри-ка, хорошо. На всех повесили постепенный урон. И добиваем даже. Все. Как хотели, так и получили. Идеальная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, на какую позицию мы с тобой приземлимся. Ну-ка. Так, 89-е. Мастер 2 звезды. Шикарно. Ну что, заключительный бой, ребятушки, у нас. Заключительный на сегодня бой именно на арене. У нас еще с тобой испытание, так что можешь не уходить от экрана далеко. Слушай, а давай вместо Майки возьму Лео. Вот хочется мне взять Леонардо. Оригинал, да? Да, оригинал. Если по нему врежут, конечно, ему будет очень-очень больно. Так что давай не расслабляться. Давай-давай-давай, Усаги. Постепеночку. Да, постепеночку. Ну-ка, а Лео? А у Лео все, как всегда, идеально. Ну что же, мы с тобой переходим уже на испытание. Испытание у нас там довольно скользкое, если честно, ребята. Мне, по-моему, там и персонажи-то дают таких слабеньких. Это значит сцены насилия, да? Нам здесь нужны с тобой только оригиналы. Кстати, подожди-ка, у нас кто-то из... А, не, вру, друзья мои. У нас не здесь будут, не вот эти вот нужны мне дубли, а сейчас тебе скажу и даже покажу. Короче, мне не хватает всего лишь одной ДНК, знаешь, на кого? Вот, на Рафаэля. Не веришь? Сейчас покажу. Я сам недавно просто пролистывал, думаю, кого бы мне тут в ближайшее время прокачать. И наткнулся именно на Рафаэля видения. Так, где он? Вот, ребятушки, 79 ДНК из 80. Ну что, попробуем вытянуть, а, с тобой этот сладкий бонус. А вдруг все-таки получится. Погнали. 2 доллара. Это не годится. Донателло видение. Да что ж такое-то. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой вначале пройдем испытание. Да? Потому что, возможно, даже сыра не хватит. Что-то я тут разошелся, действительно, не на шутку. Так, слушай-ка, ну я тебе скажу, очень даже хорошо нам дали персонажи с тобой. Донателло, Железноголовый. Так, скорее всего, мы пройдем здесь полностью. Как мы всегда это с тобой, в принципе, и делали, да? Босяра даже не успевает у нас там глюкнуть, сделать крик, чтобы игра у нас крышанулась. А так все на изи. Так, переходим с тобой на третью волну. Конечно, самый смак начинается, когда ты разыгрываешь уже оригиналов, да? Там будут выпадать нам ДНК по одной штуке, но ничего страшного. И если ты проходишь на 3 звезды, не забывай, ты можешь этот уровень фармить. Но я думаю, что это уже все и так без меня знают. Сколько у нас серий, ребята? 300 с лишним, да? Такое хотел уже сказать, скоро будет 400-е юбилейное. 400-е! Офигеть, у меня ни одной игры нету, которая бы могла иметь столько серий. Многие пишут: Рэй, тебе еще не надоела игра?
Ребята, если она вам не надоела и не надоело ее смотреть, то я, конечно же, буду делать по ней видосики, несомненно. А надоесть она мне не надоела, потому что, ребята, мне есть куда расти, есть куда стремиться. Так что это вот кто в взломке играет, он все это получил, и ему неинтересно в нее играть, потому что он все попробовал и все знает. А я, например, ничего здесь пока не знаю. Большую половину я не знаю, я хочу узнать. Поэтому я и играю в нее. Да и вообще мне нравятся игры пошагового жанра. Ну что, друзья мои, Донателло у нас в кармане. Так, идем, значит, за Рафаэлем. Потом у нас идет Майки. Или Микки. Говорит мне подписчик Рэй. В одном сериале его звать Майки, в другом Микки. Но вы же прекрасно понимаете, кого я имею в виду, когда я это говорю. Не Микки Мауса же, елки-палки, и не какую-то там майку, висящую на веревке, ё-моё, да? А именно нашего, дорогого Микеланджело. Так, подожди, надо было мне сделать этот. Ладно, фиг с ним. Забомбим и так. Хотел просто эту массовую атаку сделать, да и все. Вот третья волна, сейчас мы здесь подадим крученый или ракету пустим, посмотрим. Да елки-палки. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну давай, ушатаем же. Да, в легкую. Ну что, теперь нам нужен Микеланджело, да? Рафаэля мы с собой получаем. И идем за Майки. А уже потом, да, друзья мои, потом уже оригиналы. Вот, кстати, первый босс. По-моему, да? Ну, нам он вообще не страшен никак. У него там какой уровень будет? 40-й? 45-й, скорее всего, да? Да вообще, ну, беспроблемно разберем. Этот цыплак, если честно, да, между нами, он вообще сосунок. А были времена, когда я плакал от него, друзья мои. Ну, плакал, конечно, в кавычках сказано. То есть, натерпелся, и бомбил он меня, и что только там не делал. Но когда моя команда выросла и стала крутой, теперь плачет он. Причем постоянно. Так, ну что, давай, наверное. Нет, сюрики не будем тратить свои. Добьем, как говорится. Вот бесит меня вот это вот, что приходится их по два раза бомбить, понимаешь? Тынц, у него еще жизнь. Вот это раздражает, серьезно говорю. И волн тут, извиняюсь, 4 штуки. Мы уже с тобой, правда, на третьей, но все равно долго это. Все движется. И у меня уже глазки слипаются. Хорошо, хоть я стаканчик кофе выпил. Немножко еще держусь, как говорится, на ногах. На своей пятой точке. Так, тихо. Не надо тут крякать. Замечательно. Не добили, да? А так, все. И последняя, четвертая волна. И здесь мы встречаем своего первого босса. Вот он, цыплак. Довольно большой, огромный, я бы даже сказал. Апперкотик от Рафаэля. И добивочный от Микеланджело. Все. Все, друзья мои. И мы с вами переходим на оригиналов. Оригинальные черепашки-ниндзя, которые по прохождению на 3 звезды мы сможем с тобой фармить. Видишь, сырок-то у нас заканчивается. Но я думаю, мы все-таки успеем с тобой здесь. Тихо, куда ты? Успеем пройти. Это сколько у нас там за бой получается? 6, да? 12, 24, а у нас 36. Да, хватит на 4 боя. Даже, я бы сказал, и с излишком. А излишки мы с тобой потратим уже... Блин, как ты меня бесишь, а? А излишки мы с тобой потратим именно на поиски. Ну, если будет, конечно, там... Сколько? 4 или 5 штук нужно? Ага, переходим с тобой на вторую волну. Блин. Рафаэль, почему у тебя нет массовой атаки, а? Опа, рассыпались. Так, железноголовый, ты готов? Готов. Отжигай. Упс, не понял. А, ну конечно же, у них откат от смерти. Не знаю, как это еще назвать. То есть он, ребята, не погибает в этот ход, да? А у него срабатывает защита от смерти. Защита от смерти, она очень хорошо распространена. Знаешь, где у нас? Marvel Super... Ой, Star Strike Force. Вот там вот. Там есть такие бафы, которые защищают от смерти. И обычно их вешают на провокаторов. Ну, ты понимаешь, да? Провокатора нужно подбить.
А он очень тяжелый. И еще при этом, когда на нем стоит защита от смерти. Такому, как говорится, провокатору цены нету. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Кто-то писал: Рэй, начни играть в Mortal Kombat Mobile. Ребята, я попробовал и даже не знаю, что сказать. В общем, ребята, мне кажется, там нужно очень много потратить времени, чтобы чего-то достичь. Особенно карты. Противник тебя постоянно, а почему-то опережает по силе, там, по здоровью, да по картам тем же самым. А, естественно, у тебя включается азарт, ты хочешь его победить, начинаешь там вкладываться, естественно, донатить. Как бы я не готов сейчас, ребят, пойти на это. Я бы лучше бы, если честно, хотел, чтобы у меня нормально пошла Shadow Fight 3 без вылетов. Вот это было бы круто. Босса, конечно же, я пока не завалил бы последнего, но мог бы делать всякие ежедневки и, в конце концов, аренки. Да, и что там у нас еще есть? Ну и ПВПшки. Кстати, ребята, а вот это вот ПВП-арена, это у нас отдельно надо скачивать от игры, от основной? Или это будет включено все в игру? Напиши в комментариях. Я, честно говоря, по-моему, заходил, посмотрел и ничего такого там не увидел. Хотя Shadow Fight, например, там арена, в этом тоже не было в Google Play. Так, оу, тут вообще его порвал с одного удара практически, да? Ну, Лео, он такой, с ним лучше не спорить, лучше с ним считаться. Ну что, Рафаэль оригинал у нас в кармане, а мы с тобой переходим на предпоследний эпизод, седьмой. Седьмой эпизод, ребята, здесь самый противный, потому что именно в нем босс глючит. И поэтому, естественно, вот этих всех мелких будем бомбить обычными, ребята, атаками, обычными. А массовые мы оставим уже на босяру, чтобы его быстренько, как говорится, прижать к стеночке. Так. Но здесь тоже есть недостаток. Когда мы начинаем вот без массовых атак бомбить врага, рано или поздно у нас с тобой что-то пойдет не так. Давай сделаем вертушку. Так уж и быть, уговорили. Ну действительно, так бы пришлось долго ждать. Так. Я надеюсь, к этому времени, когда мы дойдем с тобой до цыплака, у него произойдет откат. Ну давай, косюрики. О, это что такое, ребят? Ну-ка давай замедляху. Вот, совсем другое дело. Да зачем я пробивной по... Вот зачем я сейчас потратил пробивной удар? Объясни мне, пожалуйста. Он же сейчас не успеет, да, накопиться, потому что это третья волна, а за ней-то пойдет четвертая. То есть там пойдет уже сам цыплак. Вот это я сделал добро себе, так сказать. Заговорился, ребята, уже. Говорю, не впопад, глаза слипаются. Просто в кучу уже. Держусь. Кофе вроде тоже меня поддерживает маленько, но чувствую, расслабон пошел. Так, завалил. И у нас с тобой последний босс. И будет последний эпизод. Ну что, давай будем бомбить как только можно. Постепенно урон повесили, окей. Так, сейчас, опа. Так, это был первый крик, да? На втором у нас вылетает. Так что давай, раз. Пробивной. Ему крышка вроде бы. Да. Еще так интересно падает, да? Лапки сзади откинул. Ну что же, мы получаем с тобой, естественно, естественно, ДНК на Донателло. И остается Леонардо. В плане. Ёлки-палки, я могу как-то этот сыр? Могу. Ну, это, друзья мои, специально все я сделал, потому что иначе 10 минут нам пришлось бы ждать. Я не могу позволить себе такую роскошь, поэтому я взял и купил. Ну-ка. Кстати, вот я сейчас сижу и думаю, я взял и купил. Почему же я не покупал, когда мы с тобой фармили супершреддера? А? Меня только сейчас, ребята, это прозрела мысль.
Так, подожди-ка, они все с броней? Вы серьезно? Эй, орлы, давай-ка как-нибудь потише. Вертушку бесполезно делать, да? Мы просто с тобой снимем броню с них. Сколько там накастовано, а? О, ну-ка давай тогда бомбить. Давай бомбить массовыми атаками. Наверное, опять кастует, да? Так, и не забываем подлечиваться. Да что ж такое-то? Так, давай лечилку с тобой используем. Да была не была. Массовая атака, ребята. А с этих мы сняли с тобой бронь. У нас есть еще ярость Рафа. Мы ее тратить не будем. Здесь, по крайней мере. В ближайшие мгновения. Забомбим. Это что, только первая волна? Что так долго мы по ней шуршим-то? Эй. 4 волны будет вообще здесь. Так, ну с этой шантропой, я тоже думаю, легко расправимся. Так, вот поэтому у нас усиленный урон. Так, молодец, Рафаэль. Провокацию взял, да? Ах ты, шитик ты эдакий. Слушай, ты, кстати, заметил, что вот у этого Микеланджело вот этот суперудар похож на Микеланджело фильм. У него там тоже такой же удар. Так, тихо, тихо, тихо. Добили. Так, у нас, если что, лечение есть? По-моему, есть. Я ведь его не тратил. Окей. Добиваем, хотел сказать. Нет, не добиваем, ребята. Добивать будем сейчас. Ну куда ты, блин? Железоглоб, почему такой сопливый, а? Как тебе так быстро... Блин, надо было его сейчас опять же не то сделать, ребят. Надо было на ярость Рафа нажимать. Ну, можем уклонение хотя бы здесь взять. Тоже сгодится. Так. Плюс защиту сделаем с тобой. Поджарим этого гаденыша. Ну, готов. Ну что, ребят, а, подожди, какой босс, ё-моё. Какой, блин, босс. Ну, ребят, я думаю, что правильно сделал. Ну что, у нас откатики, точнее, у ворот с тобой стоит. Они же, видишь, 85 уровень, с ним лучше не шутить. Так. Что ты делаешь, а? Донни, успокойся. Промахнулся. И шикарно. Этот удар из-под земли попал, да? Саданул все-таки. Ну-ка. Нормуль. Так, я могу их замедлить. Поехали. Надо вот сейчас, вот именно сейчас, ребята, делать... Ну-ка, вертушку. Вот, одного мы с тобой, наверное, сейчас оставим. Вот, ярость Рафа я хотел включить, чтобы быстренько нам с тобой последнего босса забомбить. Ну что, цыплак, вылази. А вот и я. Стоит тут, дергается. Начнем вот так вот. Слабо. Проникающий. Вот, вот это я понимаю, ребят, удар. Так, дымовая бомбочка. И добиваем, да, его? Рафаэль, почему? Почему-то не справился. Ну, Лео нам помог. Все, ребятушки, у нас с вами закончились эти испытания. Нам нужно ждать четверга, да, по-моему? В ближайшее время, в четверг, у нас откат будет по эксперту. Усаги против хитрости. Так, у нас сколько с тобой этих осталось? 29. Погнали. Я все надеюсь. Я верю и надеюсь, что мы с тобой... достанем. Две попытки у нас всего. Ай, Микеланджело видение. Ну, есть, друзья мои. Есть контакт. Да, да, друзья мои, мы с вами апаем Рафаэль видение на четвертую золотую звезду. 5000 мутагена нам всего лишь надо. Ать, красавелла. Открывается у него огонь внутри. Раф перенаправляет свой гнев, создавая мощный щит. В начале хода есть 10% вероятность усилить защиту на 25% в течение 2 ходов. И нам нужно всего лишь найти 4 пульта, и мы можем его прапать. Слушай, а вот это что? А, воронка пламени. Это вот и есть, да, вот этот вот, когда он подпрыгивает и крутится. Кстати, довольно сильный удар, на самом деле.
Так, что мы еще-то хотели с тобой? Что-то хотели, я что-то забываю, друзья мои. Или уже будем закругляться? Кто-то писал, а рулетку, ребят, когда у нас с тобой будет много-много-много долларов, конечно, мы с тобой запустим рулетку. Причем здесь доллары, когда нам нужны откаты, да, ребят, откаты. Телепорты даже так будет правильнее сказано. Ну ладно, хорошо, уговорил. Одну, если у меня хватит, хватит? Да, хватает, давай, одну. Поехали. Эть. Ну, не надо, Доня, не... Так, уговорил на еще одну, ребят. Так уж и быть. А кто-то говорил, крути рулетку. Нажал, сразу резко нажми, чтобы она остановится тогда на паке. Давай проверим сейчас вот, чтобы быстро у нас, да, все. То есть нажал и сразу обратно, да? Ой, не то делаю, секунду. Так. Все, я сразу, ребята, нажал. Не работает ваш фокус. Леонардо фильм нам достается. И все. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноте мы будем с вами заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!